Короче, друзья, это Дашка, и она очень сильно хочет увидеть много лайков под этим видео, поэтому поднажмите обязательно. И, друзья, для тех, кто не знает, мы в прошлом видео вместе с ютубером Брэймсом устроили конкурс на 100 миллионов вирт на Аризоне РП Saint Rose, и если вы каким-то образом не в курсе, то обязательно посмотрите то видео, там есть вся информация. Ну а сегодня мы вместе с вами скопируем аккаунт главного администратора на нашем сервере на Аризонушке РП Saint Rose. Приходите играть обязательно вместе со мной, указывайте мой промокод. Ну и еще, друзья, у меня для вас есть огромная просьба. Обязательно подпишитесь на мой инстаграм, там выходят всякие истории, фоточки. И чем больше подписчиков, тем активность у меня в этом инстаграме будет чаще. И, конечно же, не забывайте о хостинге bighost.org, с помощью которого вы сможете с легкостью создать свой сервер в SAMP, КРМП или МТА за очень низкую цену. Вся информация есть, как всегда, в описании под этим видео. Заходите и создавайте свой сервер. Ну что, друзья, всем еще раз здорово, и прежде чем начать копировать аккаунт главного администратора нашего сервера, я вам хочу сделать такое вот небольшое сообщение, что совсем скоро, через неделю, у меня будет 2 года, как я играю на Аризоне РП, то есть снимаю, сотрудничаю, вот это вот все, и по этому случаю я хочу организовать просто огроменный конкурс, в котором будет главным призом кое-что за очень большую сумму доната, то есть это лишь небольшая часть того, что я потрачу на этот конкурс, плюс у меня еще есть статистика, немало за коинцев, как вы видите. И, собственно, друзья, вы можете просто под этим видео поставить лайк и показать вашу активность, что вы действительно хотите видеть этот конкурс, потому что как бы нужно для этого фидбэк от вас специально, потому что именно вам этот конкурс и будет направлен. Поэтому, да, друзья, я буду ждать от вас вашей поддержки. Обязательно поставьте лайк под этим видео и давайте начинать. В общем, смотрите, нам для начала нужно прописать команду spawn и просто заспавнимся здесь у нас с вами дома и поднимаемся на второй этаж, и что же мы здесь видим? О, привет! Вот такая вот у нас, значит, тут девочка сидит, Диана Миронова. Это, получается, наш главный администратор сервера, но это как бы не совсем то, это его фейк. И именно вот это вот фейка я как раз-таки сейчас зарегистрировал просто через песочницу, если что, этого делать нельзя на Аризоне, песочница запрещена. И прямо сейчас мы с вами попробуем скопировать настоящий аккаунт, то есть основной аккаунт главного администратора сервера Дианы Мироновой. Вот таким вот образом у нас выглядит аккаунт Дианы Мироновой. То есть настоящий аккаунт. Она состоит в организации Los Santos Vagos. У нее 8500 АЗ монет. В принципе, то, что здесь вот так вот имеется на аккаунте, вы можете сами посмотреть через форум, но это для нас не очень-то и важно. Нам важен, во-первых, скин и, в принципе, ее аксессуары. Предпоследнее видео на своем канале я снял вместе с Брэймсом и с Дианой как раз-таки. И здесь мы, получается, можем видеть ее все аксессуары. Во-первых, это крылья, во-вторых, это попугай и вот такой вот черный цилиндр. Сейчас я вот таким вот простым движением перекину на наш фейковый аккаунт, допустим, 700 АЗ монет, чтобы мы спокойненько сейчас могли зайти на него и уже купить нам необходимые аксессуары. Все, мы уже здесь видим, что Данте Мэдди передал вам 700 АЗ коинцев. Вот здесь вот так вот Данте как раз таки стоит наш, да, Данте Сквад, все дела, все круто. В донате уже есть у нас с вами, получается, 950 АЗ монет. Мы сейчас можем с вами купить как раз таки, например, этого попугая за 700 АЗ. Блин, это достаточно прям дорого. И, как вы видите, друзья, все, у нас уже вот такой вот аккаунт у Дианы, получается, у нее есть уже попугайчик, и давайте поставим уже ее такой вот нормальный скин, как на ее основе, то есть ставим, оп, и все, получается, да, у нас уже полноценно такая вот аккаунт Дианы, но только без крыльев. И, к сожалению, вот эти вот крылья купить, это прям достаточно проблематично, потому что это достаточно редкие аксессуары, и вот идти на рынок, искать это все будет немного так палевно, потому что сейчас, после того, как мы полностью скопируем аккаунт, мы пойдем с этого аккаунта как раз-таки следить за реакцией игроков, посмотрим, что они там будут вообще говорить и так далее, когда будут нас видеть. Так что, да, я думаю, что это не особо важно, какой будет у Дианы аксессуар на спине, и в принципе даже по сути аксессуар на спину-то и не нужен. И так все как бы нормально, попугайчик, цилиндр, все есть. Так, друзья, короче, мне сейчас пришла просто шикарнейшая идея. Мы с вами сейчас дадим нашему вот этому вот фейку 1500 АЗ монет, чтобы мы купили именно с этого фейка титановую випку. И посмотрим, как вообще весь вип-чат, как вот эти вот все игроки отреагируют на то, что Диана Миронова, а именно ее фейк, купит
титановую випку. Сразу я предупредил админов, чтобы они не трогали нашего вот этого вот фейка, потому что если админы бы увидели без моего предупреждения, то, естественно, они бы забанили сразу этот аккаунт, потому что это фейк и так далее. И давайте, друзья, все, передаем Диане, нашему фейку, 1500 АЗ монет, точнее, да, 250, чтобы все... 1250 доната я дал. У нас с вами уже есть 1500. И давайте, ребята, Титан VIP. Это получается сообщение, что мы приобрели титановую випку. Появится в чате. И давайте. Все. Диана Миронова приобрел Титан VIP. Сразу вот так вот зафлудилась. И какая будет следующая реакция у игроков? Так, все. Лол, первый левел, ахахах. Так, друзья, Алекс Филатов, меня ты пэхнул, и с этим надо что-то сейчас сделать. Мне надо резко сейчас вот так вот переходить на свой основной аккаунт. Все, слава богу, я успел, короче. Так, к нам ты пэхнулась Диана Миронова. Настоящая, и все. Это жесть. Упс, привет. В общем, друзья, сейчас я хотел просто вот так вот скопировать аккаунт, не покупать. То есть випку титановую я не собирался покупать. Это уже пришла мне мысль именно во время съемки этого видео. Я хотел просто-напросто этот аккаунт, ну вот побегать под этим аккаунтом, который прям, ну, очень похож на Диану. Естественно, вот с этой вот буквы L вместо буквы I. Но мы уже с вами просто, нас уже тпхнул зам главного админа. Тут появилась сама Диана настоящая. И, блин, сразу на самом деле извиняюсь перед Дианой настоящей, потому что это просто выглядит максимально неловко. То, что я вот так вот стою, стоит Диана Миронова фейк, и стоит настоящая Диана. В общем, друзья, я нахожусь под аккаунтом фейк Дианы на центральном рынке. У нас тут как бы достаточно много людей, как вы знаете. И, разумеется, друзья, я знаю, что вот этот вот ник, вот эта вот буковка L очень сильно палится. И отсюда становится еще интереснее. То есть игроки понимают, что я фейк, и мне интересно просто, что они будут говорить. Так, смотрите, друзья, я нашел Сэма Мейсона. Он здесь вот так вот стоит в скине СиДжея на центральном рынке. Все круто. Мне показывают паспорт зачем-то, это уже как необычно, то есть окей. Я специально вообще ничего как бы абсолютно не пишу, чтобы игроки как-то сами ко мне подходили, что-то писали, но по сути только один человек ко мне подошел показать паспорт и все. По сути, серьезно, я никакой просто, никакой реакции особо не вижу, то есть игроки, я даже написал, блин, всем привет, и парочку человек всего на меня как бы обратил внимание, то есть нет ничего такого удивительного, что фейк главного админа прям безумно похож, то есть скин прям вот полностью повторяется, ну разве что крылья, но это уж прям не совсем такая критичная ситуация, что нет крыльев и отсюда все, мы не похожи, это не так. И для меня, не знаю, это достаточно странно, друзья, что все-таки как-то, да, на нас не очень сильно так и обращают внимание, нам просто, вот просто чувак подбежал и попросил продать цилиндр, и все. Нормас. Все, друзья, в общем, нас с вами забанили, мы получили бан аккаунта, и это все из-за того, что я уже как бы сказал Диане, что это был видос, я записал уже все, что хотел. Я надеюсь, друзья, что видео вам это понравилось, получилась неплохая такая реакция, даже опять как-то все пошло не по плану, можно сказать. Но согласитесь, отсюда даже и веселее, и прикольнее получается, что вот так вот все не по сценарию, можно сказать, идет. Спасибо всем огромное, ребят, что досмотрели это видео до конца. Вот если вы досмотрели до этого момента, то напишите обязательно слово «баклажан» в комментарии, не знаю, чтобы я просто видел, что вы досмотрели до конца. Не забудьте обязательно поставить лайк под это видео, ждите конкурса, обязательно подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, Данте. Там вы постоянно будете в курсе новостей моего канала, а также всякие конкурсы, там мы разыгрываем стикеры, ну и просто это как бы для развлечения все дела. Поэтому, ребят, всем спасибо огромное за просмотр еще раз, с вами был, как всегда, Данте, всех очень сильно ценю, всем удачки, всем пока-пока.